Всем привет! Вы находитесь на канале Елены Дерегетти. И мы с вами находимся в доме престарелых. Дом престарелых для монашек. У Марка две тети, было три, теперь две. Я сегодня без оборудования, так будем говорить, без своей треноги. И вот таким вот образом снимаю. Вот развернула телефончик. И вот смотрите, какой здесь вид шикарный. Вот такое вот озеро. Вот такие вот горы. Против солнышка тут снимать не очень. Попросила снять внутри помещение. Но народ отказал. Потому что сказали, что им нужно тоже спрашивать разрешение. Если они не спросят. Ну, в общем, целая история. Потому что целая история. Вот такое помещение. Там два лифта у них. В одном месте и в другом. У каждой женщины есть своя комната. Ну, достаточно оборудования, есть туалет, есть душ. И есть общий туалет для гостей. Вот такой у них сад ухоженный. Есть у них здесь медсестры, которые работают на них. Вот так чуть-чуть в тень отошла. Сегодня 20 какое-то августа, 27-е, потому что завтра будет 28-е. Смотрите, какой ствол дерева, огромный. Очень ухоженное место. Такая вот травочка. Главное, что подсаживают они, наверное, не растут здесь другие растения. Именно вот у нас так прям вообще там столько семян поналетело. Всякие-всякие. Давайте еще отойдем немножко. Вот здесь вот такие вот лавочки. Виноградные лоза. Вот Мадонна с ребенком. И свечечка горит. Давайте вот так посмотрим. Вон там фитилек. Виноград светлый. Уже, кстати, и поспел. Потому что вот, если на землю посмотреть, падают виноградинки. Две тети, у них разные комнаты, балкончик у каждой и вот такой шикарный вид. Прям вот очень мне нравится здесь. Есть у них там отдельный туалет с ванной комнатой. Да, большая такая джакузи, красивая. Вот они себя балуют. Старушки. Там у них внизу виноград, а здесь у них киви. Это выше немножечко. И вон там наверху виноград. В общем-то, большой такой дом престарелых именно для монашек. Я с вами прощаюсь. Кому понравилось видео, ставьте лайки, и я вам желаю всем удачи. Благодарю, что вы заходите на мой канал.